Партнер проекта – детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Платошино. Лето – время не только поездок на дачу, но и путешествий за границу. Есть несколько интересных правил, которые помогут вам потратить немного меньше денег на сам перелет, чтобы оставить побольше на само путешествие по другой стране. Вот некоторые из них. Правильно выбирайте время для покупки билетов. Чем раньше начать поиск билета, тем больше шансов сэкономить. Авиабилеты поступают в продажу за 330 суток до вылета. Но, как показывает практика, оптимальный срок для покупки – 60 дней. Некоторые исследовательские агентства, которые изучают тему путешествий, говорят, что за 8 недель цена может быть чуть выгоднее, отметил как-то в своей статье директор компании «Связной Travel». Дальше выбираем лучший день для покупки билета. Да, именно день. Эксперты считают, что это утро вторника, а не после дождичка в четверг, объясняя это тем, что это самое непопулярное день и время для перелета. Также они отмечают, что неплохое время для покупки – среда, связывая это с тем, что глобальные системы бронирования пересматривают кросс-курсы валют. Рубль укрепился – держи билет дешевле, а слаб – дороже. Не забываем пользоваться календарем цен. Благо, данный инструмент есть у ряда сервисов по продаже билетов. И напоследок, коротко. Лоукостер, программа лояльности, копим мили. Если не коротко, то не сегодня. Пока планируете отпуск, не забывайте, не деньги делают нас счастливыми, а не потраченные мили. Шучу. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!